койот. Лук. Лапша. А, кстати, капуста. Нет, слишком. То есть, паузу удалось поставить, да? На после базы запахнуть. Самое приятное здесь зелень. От этого лоточка очень хорошо пахнет вот травой. Всякой. Закупили длинных огурцов. Это глава не Алена. Горьких. Крес водяной. Поэтому, коли говорит, капуста. Вот это овощная хризантема. Мало вообще-то, не разнообразно, но свежо, свежий лагинария. Мне. Мы прямо испугались, что это такое. Потрогали, оказывается, кровяные штучки, кровяные так, колбаски, сутешные. Это проростки, а это лапша. Пачечка лягушек все-таки получилось теперь. А там рыбки. Сейчас сезон вот этого, этой редьки, дайкона. Листья лайма, кора, сам лайм. Стесняется дайкон, дракона глаз. Рынок не очень бойкий, ну, полуденный, суммы на рынке. Даются штучки из каких-то воробьев. Это мяско вяленое. Особенно симпатична вот эта группа. Где она другое возьмет? Коль, крепко? Да, не хочу. Я хочу, конечно, я боюсь, что... Понос? Не понос, а боюсь, что это. Вот из этой бутылки. Я лекарство. Какой я не понял. Соники. Еще какая-то речная рыбка из Меконга. Вот, решили рискнуть. Нам ее прогревают дополнительно. Девочка. Вот шаров ждет. Рыбу. Бабулька курит на улице. Все около рынка. Очень все вкусно. И вот наше блюдо. Много зелени. Супчик очень вкусный. Много зелени. В том числе почему-то сырая фасоль. Салат базилика хорошо. И рис со свининкой тоже очень вкусный.